детская скейтбордическая доска. Сегодня на обзоре детский скейтборд «Навигатор T170-45». Доска выполнена из прочного пластика в ярком дизайне, колеса из полиуретана. Материал трака – алюминий, который не подвержен коррозиям. Доска предназначена для катания в парке и на специальных скейт-площадках. Широкие колеса диаметром 42 мм обеспечивают устойчивость и плавное движение. Ширина платформы 12 см. Скейтборд легкий, весит чуть более 700 грамм, что позволит детям без труда нести его в руках по дороге в парк или сквер. Поверхность платформы рельефная и противоскользящая, благодаря чему нога будет устойчива на доске. Это позволит избежать соскальзывания во время активных движений и отталкивания от земли. Скейтборд предназначен для детей от 5 до 12 лет. Максимальная допустимая нагрузка на доску составляет 50 кг. Подведем итог. Навигатор T170-45 – легкий и прочный скейт для детей от 5 до 12 лет. Подойдет для активного отдыха ребенка на свежем воздухе, тренируя выносливость, равновесие и координацию движений.